есть такие наметки игровые, которые сближают, мне кажется, «Локомотив» и «Балтику». И какая комбинация! Антон Миранчук забивает на 8-й минуте. Очень легко скрывает в своем-то юном возрасте. Мяч в ворота летел уже, и Жерзино не амси. Ход в штрафную Анхела. Энрикес, он классно отдает на Лисакович. Ну как можно не забивать? Вертикальный футбол. Ох, какой пас Глушенкова! Теперь возможность для удара есть у Максима Глушенкова. Он снова ассистирует и ассистирует теперь на гол Артема Карпукаса. Подключается Тельянов. И Глушенков, Лотышонок, спасает второе спасение во втором тайме. И здесь до мяча добирается. И он забивает. 4 в 4 идет атака «Локомотива». Баринов классную подачу делает. И Тимур Сулейманов на 88-й минуте вполне возможно ставит точку.